Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Age of Magic. Приветствую тебя, вершитель. С твоим появлением начинается предсказанная эпоха магии. Так, светлая компания, герои, что у нас тут еще есть? Друзья. Ну что же. Тут еще даже что-то будет скоро. Ребята, игра вышла буквально сегодня, поэтому давайте посмотрим, что она нам предлагает. Светлая компания, рынок. Наверное, мы начнем с компании, конечно же. Осколки прошлого. Здесь, на затерянном осколке разрушенного мира, начинается история Роланда, истинного мага, чье предназначение ведет его сквозь мрак и огонь к темной башне. Так, ага, понятненько. Уровень сложности нормальный. Давайте посмотрим. Пепел очага. Глава 1. Над родной деревней Роланда поднимается густой черный дым. Случилось что-то ужасное. Возможные противники. Возможные награды. Битва. Нажми на героя, чтобы добавить его в отряд. А теперь в бой. Отлично. Пока вроде бы все понятненько. Ох, вот у нас как. Ёлки-палки, что-то мне это напоминает. Что случилось с моей деревней? Владыки огня и тьмы все тут пожгли, а людишек забрали. И тебе, дылда, сейчас каюк придет. Ничего себе, кобальт припух ты что ли? Что это они так делают? У каждого героя есть уникальные боевые способности. Используй прямо сейчас самую сильную способность одного из своих героев. Даже так. Хорошо, давай посмотрим. Ага. Воу. А теперь используй способность незримый щит, чтобы дать Роланду дополнительную защиту. Ага. Ха-ха. Понятно, ребята. Пора покончить с врагами. Вот здесь я с тобой полностью согласен. Пора покончить с ними, действительно. Слушайте, но я вам скажу, что графика в игре на уровне. Просто великолепно. Посмотрим, что дальше будет, конечно. Но ничего плохого не могу сказать, ребята. Очень даже найсово. Так, победа, твоя награда. Отлично. Хм. Эпоха магии, значит, называется игра у нас, ребята. Славная битва, но впереди так много опасностей. Пора сделать Роланда сильнее. Я всегда только за, когда касается... Оу, тут еще и героев будет целая тьма. Так, тренировать. Тренировать. Сейчас используй все зелье опыта, но в будущем старайся распределять их между разными персонажами. Ага, понятненько. Тренировать. А я могу? А, не могу, ребята. Так. Предыдущий уровень. 8. Так, очки здоровья. В общем, все, у нас даже базовый урон увеличился. И магический базовый тоже увеличился. Отлично. Так, закрываем. Так, куда? Светлая компания. Нам продолжение, да, нужно? Ты готов к следующей битве, вершитель? Знаешь что, готов. Каждое сражение требует определенного количества энергии, которое восстанавливается со временем. Ну, это понятно, это во многих играх все это дело есть. Так, битва. У нас Роланд имеет одну звезду, а их всего здесь. Так, 3-7 звезд. Ё-парсете. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас будет за следующая битва. И... Так, я никого не вижу. Деревня погибла по моей вине. Я должен был вернуться раньше. Тот кобальт говорил, что жители деревни забрали. Владыки огня и тьмы. Возможно, в Мидедмурге знают, что это за напасть. Кто здесь? Сегодня червь получит славную жертву. А может, и мне кусочек перепадет? Проклятие, у меня нет на это времени. Прочь с дороги. Опять кобальды. Воу. Так. Ну что же, давайте сильный удар сделаем. Воу, сразу готов. Так, давайте-ка защиту теперь. Будем практиковаться, ребята, в своих навыках.
Так, замечательно. Ну что ж, давайте. Добили, да? Отличненько. Слушайте, ну, пока довольно все ли... А, раунд 2. А вот оно как. Ё-моё, а я использовал свои супермощные удары. Но у меня защита. Ой, пробили. Хорошо, давай попробуем так. Ага, готов. Готовченко. Слушайте, ну, довольно хорошо. Тут вот, значит, вот написано раунд и сколько их будет. Так, опа, ребята, наручи получили, видимо, какие-то. Компас. Короче, отлично, победа. Ну, давайте посмотрим. Так, надо будет, ребята, наверное, зарегистрироваться в этой игре, чтобы не потерять свои, как говорится, достижения. Снаряжение сделает твоих героев сильнее, вершитель. Вернись в замок, чтобы узнать о нем больше. Герои. Так, нажимаем. Что мы сюда можем поставить? Надень указанный предмет, чтобы сделать Роланда сильнее. Вершитель, пора продолжить путешествие. Так, подожди, у меня же здесь еще есть. Или я не могу? Вы специально так делаете? Нет, я все-таки... Не дают гаду надеть. Ну ладно, хорошо. А почему у меня уровень-то 8 уже? Так быстро надеть. Нету, видимо, ребята, у меня больше ничего. Или все-таки есть? Так, компас. Предмет снаряжения. Скорость плюс 2. А почему же я не могу надеть? А, вот, надел, ребята, я компас. А что я могу, например, сюда одеть? Бонус защиты плюс 3. Это браслет. Давай наденем. Во! Замечательно. Ну. Что теперь? Все, обучение на этом закончилось? Нет, ребята. Опять идем с вами в светлую компанию. Ожидание ответа от сервера. Так. Глава 3. У развалин стражевой башни стоит воин. Он бросает Роланду вызов на бой, который невозможно игнорировать. Отлично. Хорошо, ребята. Давайте посмотрим. Что там за воин такой стоит? О, воу-воу. Действительно воин, ребята. Проклятый демонопоклонник, я видел, как ты убегал из разоренной деревни. Тебе не уйти от правосудия. Что? Ты ошибаешься, воин. Ни слова больше, приспешник тьмы. Свет и честь. Слушай, он, по-моему, ошибся, мне кажется, и принял меня. Так, сколько? Здесь будет 2 раунда, поэтому, ребята, будем... Что такое? Ага. На, еще разок получи. Да угомонись ты. Я не знаю, кто там будет просто во втором, ребята, раунде. Посмотрим. Так, минус 1. Кто появится? Кобальт-страж. Дылды аж упоролись, ляпят друг друга. Самое время их добить. Да? Ну это, конечно, зря, браток. Ого, вжарил я ему на 4000. Так, он какой-то, ребята, делает исцеление, по-моему, да? Поздно делаешь-то. Ах ты, гад, с копьем. Я поставлю вот так, ребята. Дополнительную защиту себе сделаю. На. Оу, еще удар, ему крышка, ребят. Получи. Хе-хе-хе. Готов, олух. Победа, моя награда, ребята. Оп-оп-оп, отлично. 10... Карточки, видимо, получили какого-то нового юнита. Получен уровень 2. Погоди-ка, а что означало уровень 8? Получи уровень 10, чтобы отправиться в долину сокровищ. Хорошо. Какая эпичная картинка, ребята. Город песков какой-то, да? Новый герой. Ну вот я вам, ребята, про него и говорил. Конечно же, я буду активировать. Ах ты, Рогар. Драконий народ. Он защитник у нас, ребята, то есть получается танк. Перейти к герою, конечно же. Я хочу посмотреть, что он и кто он. Так, ребята, могучий и выносливый защитник, закрывающий союзников от атак и опаляющий врагов светом истинной веры. Вы представляете? Это вам не хухры-мухры. Так, естественно, я надеваю браслет и клинок.
Дополнительный урон плюс 207. Неплохо, я вам скажу. Причем у него здесь, видите, есть даже удары специальные. Так, заклинание наносит урон всем противникам. А я могу еще, ребята, его и потренировать. Сколько мы можем? Вот так вот, да? Давайте потренируем капельку. Вот так вот. Уровень 4 у него. Я думаю, это, ребят, хорошо. Так, что у нас здесь? Задание. Сундук новичка. За 139 рублей купить. А если я не хочу? Кобальт. Бесплатно. Получи 9 уровень и джак. И торок станет твоим совершенно бесплатно. Типа 2 кобальда каких-то, да? Хорошо. Подожди, а в заданиях? Так, тренировочный день. Повысь уровень одного героя. Я это выполнил. Награда. 15 опыта всего лишь-то. И пора приодеться. Наденьте один предмет на героев. Я тоже это, ребята, сделал. И получаю 3 уровень. Отлично. Так, путь света. Заверши 5 миссий в компании света. Вперед, конечно же, ребята. Так, пока у нас все идет замечательно. Поехали дальше, ребята. Так, и снова кобальды. Зеленокожие бандиты нападают на любого путника, вступившего на эту дорогу. 4 глава, ребята, и у нас, ух, действительно кобальды. Поэтому поехали в бой. Там, кстати, потом, ребята, откроется моментально. Это, то есть, мы можем с вами просто нажимать, и у нас автоматически будут происходить бои. Так, я беру вот этого героя еще. Ух ты, прикольно. И поехали. Блин, ну я думаю, ребята, игруля будет на уровне. Так что всем советую ее скачать. Я совершил ошибку, которая чуть не стоила тебе жизни, маг. Мой меч в твоем распоряжении. Пока я не искуплю свою вину. Родной осколок стал таким чужим и враждебным. Да, помощь не помешает. Особенно в поиске владык огня и тьмы. Смотри, смотри, смотри. Ныкаются, ныкаются. Кабальдун велел найти жертв для Иксипирии. Иксипирии, короче, эти вот подойдут. Хватаем. Кобальский колдун останется без жертв, клянусь светом. Ха-ха, так, у нас, ребята, будет тут 3 раунда. За битву без потерь ты получаешь 3 звезды, потеряв одного героя 2 звезды, а если погибнут двое или более, 1 звезду. Понятно. Так, давайте-ка, наверное, попробуем вот так вот сделать. Мы с... Ага, ну-ка. Ай-яй-яй, как-то ты слабенько бьешь. Рогар, слабенько, вот что я тебе скажу. Жалко, у нас нет, ребята, хила. Герои могут усиливать союзников и ослаблять врагов. Нажми на героя и держи, чтобы узнать о наложенных эффектах. Ага, смотрите, у нас замедление и получение урона в течение нескольких ходов. Вот что значит повесил на нас этот кобальт. Так, давайте-ка, ребята. А если я вот так сделаю? Вау, я увеличил себе, ребята, защиту по ходу дела. Даже мы посмотрим сейчас. Провокация и бонус к защите доспеха. То есть я теперь таунтом стал. Провокатором. Хорошо. Ха, прикольно, ребята. Но не забываем, что это был только первый раунд. И мы с вами переходим ко второму. Так, здесь у нас шаманка и кобальт. Это у него что там? Я так понимаю, проща, да? Ладно. Ой, надо было, наверное, мага валить все-таки. Что такое? Так, он атаку усилил, да? Ого! Погибни, кобальт, несчастный. Так, это у нас что я забыл, ребята? Незримый щит, ага. Нет, вот так вот мы сделаем. Добьешь ты у меня или нет? Что? Блин, базовые характеристики снижены. Только этого нам не хватало. У нас еще, ребята, 3 раунд. Так, ждем и смотрим. Неужели какой-нибудь... Ёк-калымэнэ. Давайте, ребята, вот так вот попробуем. О, неплохо. Это они сейчас... Что у них такое висит там? Бонус к сопротивлению магическому урону. Вот оно что. А если я так сделаю? Все равно бонус, блин. Опа-на, у них хил есть, ребята. Вы представляете, хиллер у них есть. Вот мне бы хила, а? Это было бы вообще великолепно, ребята. Но он стопудово должен будет у нас появиться. Ого, бомбит-то как на
Промах? Да ладно, что, серьезно, что ли? Я никогда бы не подумал, что у мага может быть такой вот уворот. Так, ну что, Кобальт, по-моему, все, пора тебе распрощаться с жизнью. Давайте добьем его. Отлично. 3 из 3. И проходим мы на 3 звезды, ребята. Так, у нас... Смотрите-ка, что это такое? Предмет для улучшения героя. Ого. А это у нас опыт. Так, и потихоньку мы с вами набираем карточки на Роланда. Замечательно. Age of Magic. Слушайте, давненько я не встречал и не видал таких вот игр. Ты можешь повторно проходить битвы и получать награды. Выбери указанную битву и узнай, как моментально получить награду. Так, что тут? Используй сферы памяти, чтобы моментально получить награду за битву, которая уже пройдена на 3 звезды. Вот, ребятушки, о чем я вам говорил. Выбери несколько сфер памяти, и ты потратишь соответствующее количество энергии и получишь награду сразу на несколько битв. Ага. Прикольно. А еще раз. У нас их сколько? 10? Ну вот давай вот так вот сделаем. Что мы получаем? Ага. Замечательно, ребята. С этим мы тоже с вами разобрались. И у нас доступна 5-я миссия. И это только акт 1. Тут еще 2-й, 3-й. Ну и так далее. Ну что ж, дорогие мои друзья, ну давайте, пожалуй, мы сделаем небольшой перерывчик с вами, да? Обязательно увидимся в следующей игре, в следующем, точнее, видосике. Если вы, конечно, этого захотите. То есть, если вам понравилось, то пишем хэштег продолжай. И, ребята, следующая серия будет практически моментально. Ну а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр и до новых, ребята, видосиков. Всем пока и удачи вам.